Добрый день, мои дорогие вязальщицы, добрый день, мои подружки. Мы связали вместе с вами шляпку. Вот такая вот красивенная она получилась, она у меня уже заблокирована. И теперь для этой шляпки я вяжу украшения. Вроде как чего-то нам не хватает, а не хватает именно украшений. Шляпку вязала я под синее платье. И для того, чтобы было все в гармонии, на это синее платье я связала вот такую вот брошь. А шляпку буду украшать цветами. Цветами разного размера. Вот этот среднего размера я намерена вложить в нашу волну. Поменьше поставлю сюда. И еще один такой же свяжем, для того, чтобы была у нас красота. Я еще не блокировала, они у меня только провязаны. Блокировку буду проводить, как всегда, крахмалом. Поэтому блокировку проведу, как всегда, крахмалом. Как это делать, я вам уже показывала. Вот оборотная сторона моего цветка. Вот оборотная сторона вот этого цветка маленького. А вот это оборотная сторона цветка среднего. Вот так аккуратно получается со всех сторон. Как же это связать? Мы наберем какое-то количество петель и будем ввязывать арки. И чем большее количество арок, тем шире получится цветок. Вот в этом цветке в основании 9 арок. Вот в этом цветке я сделала в основании 5 арок. Вот в этом цветочке 4 арочки. Вот они просматриваются. 1, 2, 3, 4. Сейчас я вам покажу, как вязать. Вязание очень простое, очень милое, приятное, очень легкое и очень короткое. Видео будет мое очень короткое, потому что идет повторение одного и того же мотива, одного и того же узора. Давайте начнем непосредственно вязание. Создаем колечко из 4 воздушных петель и его замыкаем. Как это делать, мы уже все знаем. Замыкаем воздушная петля подъема. И теперь в это колечко нам надо провязать 4 арочки. Арка каждая будет состоять из 2 воздушных петель. Начало всегда очень ювелирная работа. В кольцо ввязываем столбик без накида. 2 воздушные петли, столбик без накида. 2 воздушные петли, столбик без накида. 2 воздушные петли, и видите, я вот этот хвостик ниточки ввязывала, провязывая арочки. Теперь соединение соединительным столбиком в воздушную петлю подъема. Мы ее найдем сейчас. Вот. Начало всегда такое. Надо аккуратно работать. Все, соединились. У нас получилось вот такое малюточкое колечечко. Вот оно. Из 4 арок сделали. Дальше. Второй ряд. Ай-яй-яй. Опять воздушная петля подъема. И в каждую арку нам надо провязать первые лепестки. Еще один столбик соединительный в арку. Посмотрите, пожалуйста, что получается. Вот мои 2 лепестка из 4 уже готовы. Как они вывязываются, еще раз повторю. В арку 3 воздушные петли. Дальше 3 столбика с 2 накидами и пико из 3 воздушных петель. И опять 3 воздушные петли. И соединяемся в эту же арку столбиком без накида. Следующую арку начинаем столбик без накида. Затем тот же порядок. 3 воздушные петли, 3 столбика с 2 накидами и пико, 3 воздушные петли и столбик без накида. И так до конца.
И вот этот мотив будет повторяться на всем цветке. Давайте попробуем вязать самостоятельно, как у вас будет получаться. Вот лепестки нашего будущего цветка. Я заканчиваю четвертый лепесток. Последний элемент — это столбик без накида в четвертую арочку. Я его провязываю и соединение сделаю в воздушную петлю подъема. Помните, мы ее создавали? Все. Соединились наши лепесточки. 4 готовы. Вот они. Дальше в следующем ряду мы будем провязывать арки только на обратной изнаночной стороне. Что для этого надо? Воздушная петля подъема, 3 воздушные петли для создания арки, заворачиваем листок и находим вершинки столбиков без накида предыдущего ряда и провязываем в них по одному столбику без накида. Вот она одна и вот она вторая. То есть мы заканчивали и начинали наш листок, провязывая в арку столбик без накида. Провязали. Дальше 3 воздушные петли. 2, 3. Заворачиваем следующий листок и находим опять 2 вершинки столбиков без накида предыдущего ряда и провязываем подряд в эти вершинки 2 столбика без накида. Снова 3 воздушные петли. Это арка третья. И опять заворачиваем листок и находим 2 вершинки. Провязываем туда, как и в предыдущих 2 случаях, по одному столбику без накида. Вот он один, и вот он второй. Снова 3 воздушные петли, и у нас последняя арочка. Последнюю арочку провяжем таким образом. В вершинку столбика без накида завернем тоже листок. В вершинку столбика без накида предыдущего ряда столбик без накида, вот, провязали, и соединение в петлю подъема. Мы ее делали, соединились. Смотрите, что у нас получилось. Вот это лицевая сторона, а вот это изнаночная. И на изнаночной стороне у нас получилось 4 вот такие арки. Вязание в следующем ряду. Мы будем вязать вот в эти арки с изнаночной стороны. Я завернула листок, и вот у меня она, арка. Вот она. Сделаю еще столбик соединительный, перейду в арку. А теперь 3 воздушные петли подъема. Столбик с 2 накидами. То есть будем вязать такие же лепестки, как мы вязали во втором ряду. Столбик с 2 накидами, 3 воздушные петли и, соответственно, пико из 3 воздушных петель. Второй столбик с 2 накидами и пико. 3 воздушные петли, пико. Третий столбик. Смотрите, первый листок, как всегда, 3 воздушные петли, 3 столбика с 2 накидами, с пико, 3 воздушные петли и в эту же арочку столбик без накида. Сделали. В эту же арочку еще один столбик без накида. То есть в эту же арочку мы с вами свяжем еще один такой же листок.
3 воздушные петли, 3 столбика с двумя накидами с пико, 2 листка. Так мы закончили вязание 2 листков в первой арке. Теперь переходим работать во вторую арку. Мотив будет такой же. Вот она наша арка. 2-й листок заворачиваем. Столбик без накида. Провязали. 3 воздушные петли. Провязали. Теперь будем вязать подряд 3 столбика с 2 накидами. Из пико из 3 воздушных петель. 2, 3. Провязываем пико, подхватываем 2 ниточки и провязываем пико. Нам надо провязать 3 столбика с 2 накидами и пико из 3 воздушных петель. Провязываем 2-й столбик. 3 воздушные петли. И пико. Нам надо подхватить 2 ниточки и сделать пико. 2 столбика готовы. 3-й столбик с 2 накидами. Аккуратно, не спеша. Дальше. 3 воздушные петли и пико. Так. 3 столбика у нас готовы. Дальше 3 воздушные петли, лепестки мы уже знаем, они везде одинаково вяжутся. И столбик без накида в арочку. Вот. Вот наш лепесток первый готов во второй арке. Столбик без накида провязали, закрепили первый лепесток. Теперь начинаем вязать 2-й лепесток. Снова столбик без накида. То есть у нас в арке будут подряд 2 столбика без накида. 3 воздушные петли. И так далее. 3 столбика с 2 накидами с пико. И в эту же арку завершающий столбик без накида. В следующую арку перейдем. Опять начнем со столбика без накида. Вот так в арке на оборотной изнаночной стороне мы провяжем в каждую арку по 2 лепесточка, а соединимся в воздушную петлю подъема. Давайте работать. Посмотрите, пожалуйста, что у нас получилось. У нас 4 лепестка в первом ряду, вот они, красавицы, и 8 лепестков в арочке, которые мы с вами провязали с изнаночной стороны. Итак, мы завершили ряд. Я соединилась в воздушную петлю подъема. И в следующий ряд будем с изнанки вязать снова арки. Но арки наши будут состоять не из 3 воздушных петель, а из 2 воздушных петель, поскольку мы в каждую арку будем уже ввязывать не по 2 листочка, а по 1. Заворачиваю листок. Воздушная петля подъема. 2 воздушные петли для создания арки. 1, 2. И опять заворачиваем листок и ищем вершинки столбиков без накида в предыдущем ряду. Вот они у меня 1, 2. Они хорошо просматриваются. Столбик без накида в первую вершинку. 1. Столбик без накида во 2-ю вершинку. 2. Опять 2 воздушные петли, заворачиваем листок, снова разыскиваем и ввязываем столбик без накида. Не так просто. Столбик без накида в 1-ю вершинку. Вот она у меня 1-я вершинка. В 1-ю и во 2-ю. Снова 2 воздушные петли. И снова 2 столбика без накида в вершинке. Листочек отворачиваю. Вот она у меня. 1-й столбик без накида. И 2-й столбик без накида во 2-ю вершинку. 2 воздушные петли и так далее. Сейчас я вам покажу,
Вот оборотная сторона снова. И вот мои арки. Вот она одна. Вот видите? Вот она одна. Вот вторая. Вот третья. И вот так вяжите до конца этого ряда. Я довязала практически до конца. Осталась последняя арочка, 2 воздушные петли я провязала, а в конце есть маленький нюанс. Если вы помните, у нас есть столбик без накида в предыдущем ряду, в его вершинку я провязываю столбик без накида. И второго столбика без накида у меня нет, у меня есть петля подъема. Столбик без накида я провязала, а теперь соединяюсь в воздушную петлю подъема. Итак, я создала все арочки. Так, сейчас соединимся. Вот, смотрите, я провязала арки на изнаночной стороне. Сейчас я вам покажу. Вот они, мои арочки. Вот как выглядит. Довольно аккуратно. И теперь в каждую арку я буду провязывать лепестки. Вот, вот они, арочки. Вот они. Вот показываю вам эти арочки. Посмотрите, пожалуйста, я буду провязывать вот такой вот цветок, аналогичный этому. Уже серединочку я провязала. Теперь я прицеплю голубую нитку и буду провязывать лепестки. Аналогично так же, как я и вязала в предыдущих рядах. Единственное, тут я вязала по 3 столбика с 2 накидами и пико. А тут я буду вязать по 4 столбика с 2 накидами и пико. Вот и все. А так, та же история. Давайте попробуем. Мне надо поменять нить для того, чтобы гармонично смотрелось, не терялось мое украшение. Видите, если нет оттеняющей нити другого цвета, то украшение теряется на шляпке. И вот как смотрится совершенно по-другому. Поэтому и меняю нить. Вот и пришло время нам попрощаться. Закончилась работа над вот такой милой шляпкой и украшением. Я вам желаю хорошего настроения, легких петелек и приятной работки. Пусть наша совместная работа вам принесет радость. Будьте здоровы, будьте счастливы. Подпишитесь на мой канал, не забудьте оставить комментарий. Приходите, будем с вами вязать, готовить и путешествовать. Добра и здоровья вам!